Красотки мои, всем привет! Сегодня хочу вам показать очень классную маску. Ее можно назвать и маской, и она действует как ламинирование для волос. В эту масочку входит самый главный состав, это вазелин. Вазелин, девочки, он оказывает на волосы просто потрясающий эффект. Укрепляет, делает их здоровыми, блестящими, запечатывает секущие кончики, питают кожу головы, стимулируют рост новых волос. Также волосы после этой маски выглядят как после ламинирования. Еще такое достоинство вазелина – его универсальность. Зимой он спасает от сухости, а летом – от палящего солнца. Девочки, для этой масочки нам потребуется самый обычный вазелин, купленный в аптеке. Я беру 1 столовую ложку вазелина. Далее нам нужно витамин Е, 5 капель. Беру так полную ложку. Сейчас. Можно еще, знаете, продаются в банке вазелин, его как бы проще так накладывать, ну, брать в ложку. Ну, можно и такой, какой есть. Так, беру ложку вазелина, ввожу 5 капель витамина Е. Алоэ. Беру гель, у меня алоэ, вот такой. 2 ложки. Девочки, смотрите, какое это, кстати, тоже очень универсальное средство. Алоэ хорошо добавлять в маски не только для волос, но и для лица. Далее. Это кокосовое молоко. Кокосового молока мне потребуется. Я, опять-таки, девочки, все рассчитываю на свою длину волос. Поэтому вы там уже беру, ну вот, видели, полную ложку с горкой. Вкусная, люблю его. Ложка с горкой у меня. Все, и хорошенечко это все перемешиваем. И вот, девочки, наша масочка готова. Я ее хорошо перемешала. Идем расчесывать волосы и будем наносить. Девочки, эту масочку наносим как минимум на час. На корни я ее наношу тоже. Если у вас очень сухая кожа головы, тогда не стоит. Если жирная или нормальная, тогда можно наносить на кожу головы. Далее распределяем по всей длине. Особое внимание уделяем кончикам, потому что вазелин, он отлично запечатывает секущие концы. И если даже у вас секутся кончики, вы можете просто не этой масочкой, а отдельным просто вазелином применять на кончики. То есть наносить на кончики и оставлять на 15-20 минут. Девочки, я уже нанесла масочку, и обязательно оденьте сверху какой-то полиэтиленовый пакет, либо шапочку, либо вот такую, как у меня есть. Это, кстати, очень классная, я такой когда-то пользовалась, это недавно увидела, опять купила. Такую маску оставляем на час, смываем теплой водой с вашим любимым шампунем и бальзамом. Все, девочки, если была вам полезна, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю и целую.